Всем красоточкам пламенный приветик, девочки. Я надеюсь, что у вас все хорошо и прекрасно. Мы давно не виделись, я очень рада вас приветствовать. Вот. И сегодня у меня выдалось немножко времени, решила снять небольшое видео и поделиться кое-какими покупочками. Все было, в принципе, по мелочевочке. Первое, с чего хочу начать, это с продукта Yves Rocher. Это мой один из любимейших продуктов, поэтому я также хочу с вами поделиться им. Это вот такая вот, ну это тоже не маска, это гамаш. Гамаш из серии Seba Vegetal. Я вам уже его показывала во многих видео, да, вот как доказательство, вот пустой у меня уже закончился, да, его порезала. Здесь 75 миллилитров, и этот гамаш, девочки, состоит из пудры Байкала, написано. Он очищающий для смешанной и жирной кожи. Хочу сказать, что действительно есть эффект. Его наносите на кожу, не обязательно влажную, потому что у него такая, знаете, кремообразная текстура, и в нем находятся вот эти вот частички этой пудры Байкала. Вот, и начинаете массировать, да, также. Но я немножко потом оставляю на какое-то время, да, и потом смываете. И вы знаете, эффект виден сразу. Он устраняет вот эти излишки жира на вашей коже, да, он матирует вашу кожу, действительно, он очищает. Поэтому у кого вот именно жирная кожа, смешанная, как у меня, то я вам от души ее советую. Присмотритесь. Далее, девочки, следующий продукт, я также уже вам показывала много-много раз, это сыворотка также от Yves Rocher, но я коробочку уже выбросила, я также оставляла фотографии в Instagram, да, я уже покупала много-много раз эту сыворотку, она мне, в принципе, нравится, она подходит мне, потому что она очень такая легкая, она увлажняет кожу, она очень хорошо наносится на кожу, то есть сама текстура такая очень приятная, очень легенькая. Ну, действительно, знаете, ею очень приятно пользоваться. Кстати, не все сыворотки такие. Сейчас я нанесла, вот, которая прекрасно распределяется и хорошо впитывается и оставляет такой вот увлажненный эффект вашей кожи, видите? Вот, она очень приятная. У нее такой приятный нежный аромат. Вообще-то эта серия вся мне очень нравится. Я пользуюсь также кремом для кожи вокруг глаз. Также я не раз покупала кремы и ночной, и дневной из этой серии. Вот, тоже могу от души вам посоветовать. Здесь 30 миллилитров. Вы знаете, у меня вот, я вам покажу, вот, уже которые закончились. Там еще мне где-то валяются пустые баночки. Сейчас буду все выбрасывать. Далее. И еще, вы знаете, были два продукта, которые были подарены мне от Yves Rocher, но которые стали моими любимыми продуктами. Значит, это первое, вот такой вот бальзам, крем для тела. Вот. И вы знаете, здесь достаточно много продукта. Здесь 200 миллилитров. Эта сеть называется Tradition de Amman с аргановым биологическим маслом из Марокко. Этот бальзам, крем очень питательный. И вы знаете, он очень-очень приятный. Я вот также, вот, как доказательство, показываю вам еще один, который у меня закончился. Я его порезала. С удовольствием, девочки, пользуюсь им. Наношу и на руки, на ноги, на пяточки, на все. Ну, в принципе, на тело я особо никогда не ношу крема, да. Следующий продукт, девочки, который хочу вам показать, это также был подарок от Yves Rocher. Это вот такое увлажняющее молочко из мякоти алоэ вера. Здесь 30 миллилитров. Также мне очень понравился, я им пользуюсь, наношу его также и на руки, и на ноги. Оно в данный момент на мне, вот после душа я нанесла. У него, знаете, очень такой приятный финиш, увлажненная кожа, очень мягкая и очень такой нежный, слегка уловимый аромат. Так что также вам от души советую. И вы знаете, с последней покупочки, которую я совершила недавно, я покупала подарочки двум моим близким женщинам, вот, мне дали подарок, значит, вот такой вот лак красный, кстати, очень красивый цвет. Я люблю использовать красный лак, особенно в педикюре на ногах, вот, у него очень хорошая кисточка и отлично ложится, вот. И был набор из трех браслетов в таком вот мешочке, сейчас вам покажу. Вот такие вот три браслета под серебро. Кстати, очень такие прикольные, стильные.
Вот один с надписью идет гладкий, два таких вот ажурных. Ну, подарки получать всегда приятно. Далее, девочки, следующее средство, это средство, которое я вам также уже много-много раз показывала в своих видео. Это мицеллярная водичка от марки Микса. Это также французская бюджетная косметика по уходу за кожей, которая очень популярна во Франции. И здесь 200 мл. Именно эта серия у меня для чувствительной кожи. Она с экстрактом розы, который успокаивает также вашу кожу. Поэтому от души его советую. Очень мягкое средство, не раздражает глаза. Очень хорошо смывает все. Вот как доказательство показываю вам пустую, да, уже которая у меня давно закончилась. Поэтому от души вам советую. Далее, девочки, кое-что было из косметики, совершенно немножко, да. Первое, что покажу, это тенюшка от Sephora. Это новиночка, у них вышла новая гамма теней, вот таких однушек, да, я однушки очень люблю. Вот, в гамме представлено большое количество оттенков, я взяла в номере 361. Вот, это все выглядит вот так. Сейчас вам покажу, как они смотрятся. Вы знаете, большой выбор абсолютно. Вот такой вот у них оттенок, и я постараюсь сделать swatch. И вот так вот они выглядят. У них такое шелковистое покрытие, да, с такими вот совершенно мелкими-мелкими сияющими частичками. И на веках, конечно, смотрится это очень-очень красиво, с таким переливающимся эффектом. Так что также советую вам к ним присмотреться. Далее, следующее, это средство от Кико. Беру в первый раз. У меня закончился консилер от Гарнье. Я почему-то не нашла свой консилер. Ну, видать, надо было в других местах посмотреть, да, но мне его захотелось срочно. Вот, это консилер от Кико, у меня в светлом оттеночке 02. Кстати, он сегодня на мне. Вот, первый раз у меня нанесла, но, в принципе, вы знаете, ничего плохого сказать не могу пока. Хорошо наносится на кожу, хорошо распределяется по коже, да. Я не люблю густые консилеры. И не люблю консилеры такие, знаете, вот с такой текстурой, ну, как сказать, очень плотной. Мне нравится, когда текстура легкая такая и увлажняющая, которую, ну, можно хорошо растушевать. Вот, это все выглядит вот так. Вот такой вот у него оттеночек светленький, да. И здесь такая вот кисточка, губочка, очень-очень приятная. Такая у него текстура. Кстати, отлично все распределяется. Ну вот, взяла на пробу, первый раз беру. В принципе, пока ничего плохого сказать не могу. Далее, девочки, следующий продукт это рассыпчатая пудра от Clinique. Вы знаете, у меня закончились все пудры рассыпчатые вот именно с категории люкс. И я захотела что-нибудь приобрести новенькое. То есть не повторяться, а что-то приобрести из других марок, да. Вот, мой выбор остановился на марке Clinique. Вот, слышала много хороших отзывов, да. Вот именно об этих пудрах, как и компактных также, так и рассыпчатых, поэтому решила приобрести. Здесь у меня 35 грамм, пудра в номере 03 Transparent Medium. Вот. И вы знаете, ну вот я уже, наверное, раз третий ею пользуюсь, да, и что хочу сказать, у нее очень натуральный эффект. То есть на лице ее не видно, да, но вы знаете, я бы не сказала, что она хорошо матирует мою кожу, потому что я бы хотела, чтобы все-таки матирующий эффект присутствовал, так как у меня кожа смешанная, да, вот, но в принципе ничего страшного, то, что ее не видно на лице, уже как бы хорошо. И сейчас вам покажу, как она выглядит. Значит, открываем коробочку, здесь идет кисточка ее родная, такая мини-кисточка, которая выкручивается. Вот, дальше, и сама пудра. Такая вот у нее коробочка, и она выглядит вот так. Вот, вот такой вот у нее оттенок. Ну, оттеночек натуральный, девочки. Вы можете наблюдать на моей коже, да. Единственное то, что не совсем хорошо матирует, да. Ну, ничего, в следующий раз попробуем другую пудру. Далее, девочки, сейчас приступаю к покупочкам бижутерии. Ну, вы знаете, что я очень люблю украшения, и первое, что вам хочу показать, это серьги вот эти, которые сейчас на мне. Вот, они выглядят вот так, очень красивые, да,
Если вам показать поближе, это все смотрится вот так. Знаете, мне нравится то, что у них отличная застежка, то есть у них идет втулочка сзади, да, и еще и клипса. То есть они хорошо держатся на ушах, они абсолютно не тяжелые, хотя с первого взгляда может показаться, что они тяжелые. Нет, они прекрасно смотрятся на ушах, мне нравится то, что они покрывают мочку, я вообще люблю такую форму, да, ну, в принципе, можете наблюдать. Далее, следующее. Следующие сережки, которые я приобрела чуть раньше, это вот такие потрясающие цветочки. Я в них влюбилась сразу же. Смотрите, вот такая вот красота. Вот, и застежка, видите, какая здесь. То есть клипса и втулочка. И также на этих серьгах то же самое. Вот, они смотрятся очень-очень красиво. Сейчас вам покажу на ушах. Ну вот я надела, можете посмотреть, да? Как это все смотрится, очень красиво смотрится на ушах, также покрывают всю мочку, да, и, ну, они такие, знаете, ну, необычные, вот я люблю необычную бижутерию, не банальную какую-то, да, а вот, и, вот именно оригинальную такую, неординарную, вот, поэтому мне очень понравились. Далее, девочки, следующие сережечки вот такие, я их показывала в Инстаграм. Вот, очень-очень стильные. Но это модные тенденции, девочки. Вот то, что я вам сейчас показываю, это все из последних коллекций, да. Вот, сейчас очень модно крупная бижутерия, крупные камни. Все это очень актуально, поэтому, в принципе, мне это идет. Это смотрится все вот так, видите. Очень красиво. Я считаю, очень стильные такие кристаллы большие, да, также покрывают мочку. И такая же у них застежка сзади. Но я считаю, что смотрится просто супер. И также можно надеть их под любую одежду. Очень такие, знаете, нейтральные они. Далее, девочки, еще покажу вам кое-что из модной тенденции, да, то, что касается бижутерии. Вот, это были два колье, которые мне были подарены. Вот, одно колье вот такое, в таком, знаете, этническом египетском стиле, да, который смотрится очень красиво, вот, под какую-то одежду определенную, такого вот бисера. Далее, девочки, следующее колье, ну, это, скорее всего, конечно же, бусы. Вы знаете, сейчас очень модные такого вида колье, вот именно с крупными камнями, да, как вот это, например. Покажу вам поближе, да, оно выполнено из таких вот шнурочков, ну, типа замшевых. И вот такие идут крупные камни. Очень стильно, я считаю. И также подойдет под какую-то определенную одежду, платье, блузку там, или, например, какую-то футболочку, да? Очень красивая. И следующее колье, последнее, которое я приобрела, я выставляла фотографию в Инстаграм. Вот, оно меня покорило сразу же, с первого, можно сказать, взгляда. Оно очень-очень красивое. И сейчас вам покажу. Это также модная тенденция из последней коллекции. Это вот такое вот колье с такими вот крупными камнями. Сейчас вам покажу его. Если вам видно, да? Оно, видите, перекручивается. Вот так вот оно смотрится. И вы можете наблюдать такие вот камушки. Различные камни, да? Ну, оно, конечно, очень красиво смотрится на теле, ну, то есть на каком-то платье, на какой-нибудь водолазке, да, вот, очень такое, знаете, стильное. Вот, в принципе, вот такое вот видео. В следующем видео, наверное, покажу, какие сейчас модны формы очков, например, да, вот, летних, от солнечных, постараюсь снять видео, в принципе, оно не такое уж длинное. По поводу видео об одежде тоже постараюсь, если будет время. Так что, девочки, спасибо вам большое за внимание и надеюсь, что до скорых встреч. Все, всех целую. Чао.